Всем привет, вы на канале Дикая Пума, и сегодня мы будем играть в Wildcraft. Простите, ребята, что меня долго не было на канале. Да, я извиняюсь. Знаю, столько событий. У меня не было на канале очень долго. Ролики не выходили ежедневно, но сейчас я буду стараться, чтобы выходили каждый день. Пишите ваши предложения насчет игр, что мне снять, что вы хотите увидеть на моем канале. А сегодня мы будем играть за рысь и выполнять квест. Нам надо 15 рысей найти. Я уже пыталась два крутых ролика выложить, но что-то пошло не так. Опять что-то пошло не так. 95% загружено. А остальные куда делись, не знаю. Я снимаю игру без звука, потому что так как слышно большинство игру, чем меня. И вот. Надеюсь, меня хорошо слышно. И скажите там советы, что сделать, чтобы слышно было очень. Громко слышно. И понятно. Я, как всегда, всем передаю приветики. Как у вас там дела? Завтра сниму ролик. Обязательно сниму. Что-нибудь придумаем. Вместе. Пишите, что вы хотите, чтобы я делала в Wildcraft. Например, ваши квесты выполнять. Скоро будет обновление, наверное. Не знаю, какое. Если вы знаете, пишите. А хотя не знаете. Давно я не снимала видео, я немного разучилась, ребята. Простите. Я хочу прокачать сейчас нашего рыся. Я играю сейчас за партнера моей рыськи. Я хочу его прокачать до 50 уровня. Короче, сегодня видео, так как я прокачиваю нашего рыся, как бы я сказала. Рысь, по-моему, это женский род, а мужской так и есть рысь. И так и есть рысь. Пока что я не вижу ни одной рыси для нас добычи. Кстати, ребята, у меня появился клан Step Animals. А, Wild Animals. Простите, даже забыла. Давно, когда не играешь, забываешь немного. Так, а что вы все заели? Как помните, в прошлой серии мне из сундучка выпал такой потрясающий мистический скин и вот такой потрясающий песик Бигль. Так, щеночек, ты где? Выходи. Сейчас придет. Так, ну, я вам и говорю. У меня появился клан, который называется Step Wild Animals. Это клан с белым деревцем, а полностью он зеленый. Простите, у меня язык заплетается. Говорю чушь, потому что я не знаю, что сказать на канале. Разучилась. Ну, сейчас будем график налаживать, чтобы привыкнуть снова к съемке. Я уже разучилась говорить. Простите, пожалуйста. Всех с наступающим 8 марта. Завтра я сниму в честь вас какой-нибудь ролик. Придумаю. Там какую-нибудь игрушечку сниму. 6 девочек. Поздравляю всех девочек. Мальчиков с прошедшим 23 февраля. И так далее. Так, а мы сейчас пока что побеждаем скунсов. Еще у меня до этого был клан. Steep Wild Animals. Только там с рысью мордочкой было такое. Ну, это мне не понравилось. Потому что я хотела, чтобы было именно степ диких животных. Это с перевода. Хотя степ, это вообще нету такого слова в английском. И просто считайте, что это просто. О, кстати, вот и рысь, которая нам нужна. Пока что я коплю монеты. Вот эти. И если выйдет, сейчас выполним весь квестик, то откроем сундуки.
что выпадет на них, я не знаю, если честно. Недавно я хотела выложить ролик, который не вышло выложить. Он назывался «Выпал листик до съемки». Да, ребята, у меня такое случилось, что я просто играла, там, по-моему, в онлайне, и просто взял и выпал листик на орла. Такой голубой ледяной орел, как бы я бы сказала. Феникс, ледяной феникс, будем его назвать. Да, у меня было такое удивление. Ну, вы знаете, когда что-то такое крутое, потрясающее выпадает из сундуков, то я готова даже кричать от счастья. На седьмом небе от счастья взлетаем. Так, там у нас лось, лосяша, мысяш. Победим. Опять язык заплетается. Где рыси, я не знаю. И вот, мне сейчас показалось ли он рогами по земле шел. Ну ладно. Так, сейчас победим его. И мне что не нравится в онлайне теперь. Почему-то, когда ты подключаешься к другому серверу, хочешь поиграть там с другими игроками, кем-то еще, ты заходишь, и у тебя просто игра выкидывается. Вот что это такое? Ты зашел, хочешь спокойно поиграть, тебя выкидывает сразу из игры, из сервера. А если ты свой сервер создаешь, то все нормально. Ну, иногда, кто к тебе заходит, их тоже выкидывает. Ну, что это такое? Это кошмар какой-то. Нормально поиграть невозможно, пообщаться. Как начинаешь писать привет, сразу вылетает человек, к сожалению. Я не понимаю, что творится. Хотя игра обновленная и так далее. Все нормально. Ты вылетаешь просто. Может, разработчики что-то сделали не то, и теперь ты стал чаще вылетать. Раньше можно было поиграть подольше, там, задержаться 15 минут, сидишь, играешь спокойно, тебя никто не трогает. Ты никуда не деваешься, просто в главное меню вылетаешь из игры, где все игры, рабочий стол, и бац, и все творится. Так, 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 пока ни одной рыси. Это не искусство. Ребят, вы что меня атакуете? Меня же сейчас нападут. Вы что, ребята? Энергия кончилась, блин. Давайте. Давайте, давайте. Оп. Левый, правый, левый, правый. Я сейчас у всех семей прокачиваю до 60 уровня. Я хочу, чтобы была полная семья. Лошадей, рысей. Там, медведей, волков, лис, орлов. По-моему, я всех назвала. Не знаю, ну, вдруг кого-то пропустила. Пишите, кого бы вы хотели видеть в Wildcraft. Или представляете кого-то в Wildcraft, какого-то животного. Какие у вас любимые животные? Или о каком диком животном вы мечтаете дома? Свой домашний животный, который вам слушается. Не нападает, не прибьет вас. Ну, как мягко сказать. Да. Сейчас, по идее, одни скунсы, и все. Ладно, ребята, я сейчас буду искать рыси, чтобы вас не утомлять. Я покажу сейчас. Быстренько. Для вас это быстро, для меня медленно. Вот и наша рысь. А у меня уже кончилась энергия. Это печаль. Извините, ребят, но у меня даже сейчас голос, он как бы говорит, но в горле сухо, к сожалению. Я не могу говорить. Еле говорю сейчас. Мне не хватает как будто, ну, этого, влаги, наверное, или что-то еще. Так, и кто сильнее? Кто сильнее? Рысь или я? Конечно же, я со своей семьей. Давай, 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 давай. Опачки. Я бы хотела в этой игре... мамочка! Мамочка, пока ты тут хочешь покушать... Ой, нет, блин.
Когда ты хочешь тут покушать, то сзади тебя, за твою задницу кто-то кусает. Отцапать хотели мой хвостик. Мой хвостик. С ним все в порядке? По-моему, да. Отцапать эта рысь хотела нам хвостик. Я не заметила, закричала. Я бы хотела увидеть в этой игре Африку. Там саванну. Играть там за гепарда или льва. Охотиться на зебр, жирафов, не знаю, газелей или антилоп. Там, например, тоже на гепардов охотится. Босс, например, какое-то большое животное. Бегемоты, крокодилы. Слон? Кто еще? Носорог? А босс, я не знаю, кто самый сильный. Или что-то еще. У меня были догадки, додумки, что можно в эту игру добавить. Но их слишком много, они неразборчивы. У меня очень хорошее воображение. И можно, почему бы нет, в эту игру добавить болото, почему бы нет, дом бегемота. Опа. Еще я видела там на канале одного человека, наверное, знаете, во время стрима один написал там, или одна написала, кладбище. Идеальная идея, там, например, зомби-животные, очень хорошая идея. Я не знаю, кто это. Это было, когда я смотрела на канале у Амика, там кто-то написал, я успела быстренько глазами посмотреть, и вот. Я не копирую, ребят, ни с чего канала, я стараюсь сама снимать, так что не думайте, если я что-то такое говорю. Я снимаю, пытаюсь что-то додуматься, сама снять интересное. Ну, иногда выходит, иногда нет. Иногда прям потрясающие, иногда даже руки-крюки. Ну, если вам нравлюсь я, то ставьте лайк. В комментариях пишите сердечко там или что-то еще. Я не знаю. Дайте какой-нибудь совет. Вот как заставку ставить, я не знаю. Заставочку ставить на видео. Некоторые умеют, а я не умею. Так что пока не научусь. Как говорится, учишься на своих же ошибках. Или учись на чужих ошибках. Как там говорится, опять забыла. Ну где же? Вон лось. Не могу никого найти. Видео уже идет 13 минут. Никого нету. Ну где же все? Ой, я даже заела чуть-чуть. Так, давайте. Простите. Я хотела сказать, давайте получим сундучок. Вот он. Получаем сундучок. Оп. 650. Хорошо. Если вы хотите, чтобы я открыл там 50 сундуков или 100 сундуков, пишите в комментариях. Сейчас всех прокачиваем. Может, до 100 уровня кого-то еще докачаем, как волка. Но тут никого нету уже, к сожалению. Ну ладно, я сейчас еще пробегу, осмотрюсь. Вдруг кого-нибудь встречу и увижу. К сожалению, ребят, я не могу найти. Я сейчас все смотрела. Ни одной рыси. Извиняюсь, вот прям в округе смотрю. Даже снова пришлось зайти. Нет ни одной живой рыси. Рысь мне нужна. Ладно, давайте тогда откроем немного сундуков. Надеюсь, что-то выпадет. Кстати, напишите, как вы проведете завтрашний день. Может, вы пойдете гулять куда-то в парк. Или с семьей проведете его дома. Или вы пойдете в магазин, купите там маме подарок. Цветочки, например.
тюльпаны сейчас очень часто. Кстати, тюльпан подарил. Розовенький, такой розовенький. Но, к сожалению, я удивилась, что один тюльпан стоит 65 рублей. Вот вы представьте, чтобы купить там несколько тюльпанов, даже букет, это сколько денег надо за один тюльпан 65 рублей? Это вообще с ума сойти. Ну, кому-то, может, поменьше стоит, а у кого-то побольше, я не знаю. И ничего сейчас не выпадывает. Мне хочется пэтиков какого-нибудь пэта интересного. Просто я люблю пэтов. А мне до сих пор этот ролик не выпал. Летучие мыши, по-моему. Кто еще? Сейчас скажу. Так, кто еще у нас не выпал? Вот. Кролик. Летучие мыши. Остальные хотя бы выпали. Вот зайчик этот нету. Волка пока что нету. Вот эти. Много питомцев нету. Аксессуаров тут. Ну, также. Остальное все нормально пока что. Ну, надеюсь, сейчас что-нибудь выпадет или не выпадет. Я в надежде, что что-то попадется нам. Давай. Спасибо вам, что подписываетесь на меня ежедневно. Кто-то подписывается, кто-то сразу отписывается. Мне очень приятно. Я буду стараться. Успех не приходит сразу, как говорят. Надеюсь, вам нравится больше ролик, сделанный своими руками, а не как, вот, например, делают, вот, пишут что-то. Лучше пообщаться. Не обижайтесь, конечно же. Ну, просто думаю, что лучше что-то рассказать, поговорить, поделиться чем-то интересным. Пишите, какие цветы вы любите и что вам подарили там, на праздники. Мне нравятся розы. Ну и тюльпаны. Приятные ароматы такие. Я не только пума, но я весь животный мир, как бы сказать. Ты спасибочки. Прикольно. Вот. Я не только пума, но я весь животный мир. Для вас я могу быть и львицей, и пантерой, леопардом, гепардом, снежным барсом, рысью и кем угодно. Я это все живое. Тигрица. Люблю очень цветы, серьезно. Напишите в комментариях, если у вас там есть кошки. Роняли ли там вазу? Грызли растения? Рвали ли шторы? Попадало ли им за это? Какие у ваших питомцев любимые игрушки? Вдруг у кого-то вообще морские свинки? Или хомячки? Или еще какие-то домашние животные? Мне очень интересно. Надеюсь, вам очень понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня, а я на вас. Всем спасибо и всем пока. Не забывайте ставить лайки и жмякать на колокольчик. Всем пока! Мяу!